Турманбеков. А он вот, собственно, видите, в черно-красного цвета шортах. Ой, очень сильное попадание. Ну и здесь, я думаю, нужно остановить этот бой. Все. Это самый быстрый финиш на данный момент. Все. Нужно остановить этот бой. Безупречная, великолепная, просто изумительная, красивейшая победа спортсмена из Кыргызстана, который сейчас, ну, я не знаю, сколько секунд, там, секунд, наверное, 10 прошло, и побеждает здесь у нас Садир Турманбеков. Техническая победа. Браво. Это было очень красиво. Это было крайне зрелищно. И поздравляем. Второй бой в рамках турнира Батырбаши ММА.